стенд брендов Дитинг, Малькёнинг, Анфим. И здесь весь ряд новинок, которые мы сейчас посмотрим. Вот наши кофейные путешественники уже здесь. Изучают, что здесь нового и интересного на стенде. Ну, начинаем осмотр. Группа компании Хемро. Данил, что для тебя Малькёнинг? Малькёнинг – это лучшее кофейное оборудование в кофейной мировой индустрии. Поэтому Малькёнинг – это надежность, качество, стабильность, вкус. Now it's open. The only way that you want to know that the machine is open, you have to touch there and you feel the vibration. Really? Start. It's working now. Yes, now it's working. Now the machine is working. Okay? This is the motion booster, motion TV. Мы решили вот немножко селф-сервисом с Данилом заняться. Здесь на стенде Хемро организован такой self-service бар на базе мода-бара. Можно подойти и самому сварить эспрессо. Что мы сейчас и делаем. Малькёнинг, Данил Матиш, совершенная комбинация. Все, кофе готов. Идем смотреть новинку ЕК Омния, да? Вот. Омния. Новинка от Малькёнинга. Новая кофемолка. Следующая пришла на смену, наверное. ЕК-43. Мне очень большой интерес. И мы сейчас подробно с ней познакомимся. I think one of the biggest improvements is for example, when you are in the classic mode, you can change the grind size like this, then you can do micro adjustments here. You can also hold it. If you go to the time-based mode, it will go automatically to your target. If you change the recipe, it's stored, it will go directly to the right point. If you change this manually, it tells you, okay, maybe you lost your perfect grind size for the perfect espresso shot. In this case, you can click here once and then it will move automatically to the right point. Nice. Yeah. And yeah, we have different accessories available. Тактильная, очень крутая, да, очень сделана прям.
приятное ощущение, все. There's also some small motors here. Фемолка оборудована таким переходником или адаптером, назовем так, или вообще устройством, которое позволяет эту кофемолку быстро модифицировать, да, для эспрессо под портафильтр. Надо куда-то нажать, вот наверх нажали, эту штуку на магните ставили и вот сверху там фиксатором закрепили. Вот, и дальше уже можно ставить портафильтр. Регулируется. And the standard version comes with this hopper and just with this cover. And these are accessories. This one PDU, which means PDU means a pre-dosing unit. This costs 12 euros for the Asian price. Новая. Молодцы, Аркадий.